Сегодня вас ждут прекрасные стихотворения, великолепные песни, а также глубокая проза. И первыми удостоились получить это звание, прочитать стихотворение, Виктория и Виталий. Ну, у нас первый участник отпал, так что у нас вы теперь. Поприветствуем! Как больно, милая, как странно, сроднясь в земле, сплетясь ветвями, как больно, милая, как странно, раздваиваться под пилой. Не зарастет на сердце рана, прольется чистыми слезами, не зарастет на сердце рана, прольется пламенной смолой. Пока жива, с тобой я буду, душа и кровь нераздвоимы, пока жива, с тобой я буду. Любовь и смерть всегда вдвоем. Ты понесешь с собой повсюду, ты понесешь с собой, любимый. Ты понесешь с собой повсюду родную землю, милый дом. Но если мне укрыться нечем от жалости неисцелимой, но если мне укрыться нечем от холода и темноты, за расставанием будет встреча, не забывай меня, любимый. За расставанием будет встреча, вернемся оба, я и ты. Но если я безвестно кану, короткий свет луча дневного, но если я безвестно кану за звездный пояс в млечный дым, я за тебя молиться стану, чтоб не забыл пути земного. Я за тебя молиться стану, чтоб ты вернулся невредим. Трясясь в прокуренном вагоне, он стал бездомным и смиренным. Трясясь в прокуренном вагоне, он полуплакал, полуспал. Когда состав на скользком склоне вдруг изогнулся страшным креном, когда состав на скользком склоне от рельс колеса оторвал. Нечеловеческая сила в одной давильне всех калеча, нечеловеческая сила земная сбросила с земли и никого не защитила вдали обещанная встреча. И никого не защитила рука, зовущая вдали. С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь. Всей кровью прорастайте в них. И каждый раз навек прощайтесь. Каждый раз навек прощайтесь. И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг. Так, не уходите. Не уходите. Дело в том, что очень многие люди захотели задать вопросы нашим участникам. И вот прислали письма заранее даже. Вот, например, Василий Иванович Т. из Смоленского края задает вам вопрос. А кому из вас известно, что такое сабантуй? Да, можете отвечать. Ну, мне известно, конечно, что такое сабантуй.